Пришло время пикничка среди комаров и природы. Нам обещали, что здесь будет со вкусом лайма и красного перца. Внешне они выглядят довольно-таки мило, светлые. Есть небольшие вкрапления красного перца. Ну, попробуем. Но особо страшных каких-то вкусовых добавок не слышно. Пищевая ценность на 100 грамм 493 килокалории. Ну, мощно, конечно, как обычные чипсы. Ну и по вкусу, как обычные натуральные чипсы, на которые слетаются комары. Легкий след лайма. Навряд ли это натуральный лайм, который выжимали в картофель. Но, тем не менее, вкус довольно-таки прикольный. Со второй чипсиной уже раскрывается вкус перца. Ну что, остренький, прикольный. Минималистичная упаковка. Якобы сделана в Италии. Ну, не знаю. Я думал, они будут поострее. Или, может быть, на меня просто так действует. В общем-то, не знаю, как по вкусу с пивом. Ну, я думаю, с пивом зайдет. Многие пишут, что, конечно, лайм под пиво не очень катит. Но, тем не менее, лайм открывается уже с самого начала, с распаковки данных чипсов. То есть, есть небольшая кислинка, но она очень маленькая. По поводу красного перца хотелось бы сказать, что красный перец открывается, ну, где-то на половине пачки. Вот. И раскрывается яркими такими кусками, вкраплениями. То есть там, где сначала пробуешь, его вроде бы как бы нет. А под конец довольно-таки существенно набирает оборотов. Но это красный перец. Это не паприка. Это именно горький, острый перец. Ну а пока, всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья, пробуем новые вкусняшки, делимся ими. Пока.